там составы, какие-то формулы, какие-то технологии. А если вообще человек в интернет пошел и увидел там программы от мозга, от ног, еще что-то, да, то он вообще падает в обморок, как это все запомнит, как это все продвигать, и начинает обучаться. Какие-то невозможные книги, семинары. И горе от ума, и уходит в обучение, уходит из момента такого вот именно фокусировки на построение товарооборота. И вы знаете, а у нас с вами, кстати, задача, да, как минимум там к следующему событию вырасти, может быть, на минимум на одну квалификацию, а сейчас в компании принято перескакивать несколько квалификаций, минуя предыдущие ранги, да. И для того, чтобы это все проходило быстрее, я вам предлагаю сейчас зафиксировать три момента, такие отметить для себя три точки опоры. Вот если вы сейчас их запомните, то бизнес будет строиться просто как по маслу не только у вас, но и у ваших новичков, у наших новичков и дистрибьюторов. Первое – это паковые решения. Спасибо большое Марине Мальцовой за то, что нам так красиво все рассказала. И паки правильно называются. И даже если мы не знаем, что в них находится, то понятно, какой мы результат получим. И даже если мы читать не умеем, мы в принципе называем, что пейте малиновую коробочку, за ней, например, оранжевую, потом сине-белую и потом зеленую. И все. И даже 13-летний ребенок, мой старший, легко развивает этот бизнес и продвигает его везде, где он появляется. Ну, просто, знаете, та коробочка. Это первый момент, зафиксировали. Второй момент у нас с вами, это, конечно, концепция здоровья. Мы все ее знаем, это просто наша азбука, наш букварь. И концепцию здоровья нужно рассказать просто 350 миллионов раз каждому нашему потребителю, потому что нам не просто нужно, чтобы он услышал, он не просто, чтобы он ее знал, а именно, чтобы он начал жить по ней, начал ее проживать. И для чего она нужна? Для того, чтобы он перестал нам задавать какие-то странные вопросы, типа, а как долго пить продукт, а когда мне идти что-то покупать, а когда у нас будут акции? Это продукт. Это как хлеб, молоко, мясо, там, кто что ест, да? Нам никто не звонит из супермаркета и не говорит, а у вас-то молоко не закончилось, может, придете купите, да? То есть человек видит, что закончилась вода, он идет ее покупать. Прошло полгода, надо проходить очистку, прежде чем там съесть сейчас первую клубничку и малинку, чтобы она нам досталась, а не гостям, да? Нашим меньшим. И концепция здоровья, она как раз-таки позволяет нам какие-то выстроить новые нейронные связи у нашего клиента, и чтобы он раз и навсегда понял, что жить без этого продукта, без этих паков просто невозможно. Мы, когда пьем продукт и по концепции здоровья живем, мы находимся возле моря, возле гор, дышим хорошим воздухом, у нас все хорошо. Как только мы перестаем продукт, мы сразу в шахту. Вот кто в шахте, кто возле гор, выбирайте сами. Вот. И можно, конечно, ей пренебрегать. Говорит, ничего не слышу, ничего не вижу, ваша концепция здоровья, живите как хотите, я по-другому. Но это закон природы. Можно, конечно, в купальнике ходить зимой, но смысл, да? Или, опять же, ничего не слышу, ничего не вижу, не хочу слышать, не хочу находить на ваши встречи. Ну окей, закон всемирного тяготения, киньте вазу с 20 этажа, посмотрите, разобьется, нет, то есть это есть. И следующий момент, это у нас с вами, когда человек к нам приходит, конечно, мы его заводим либо в чат контролируемых результатов, либо в марафоны. Спасибо компании за то, что такие нам обучения профессиональные дает. И это как элит обслуживания нашего клиента. Во-первых, в этих чатах такой климат, такой комьюнити здоровое, все такие дружелюбные. И человек может, в принципе, пить тихо, молча под подушкой и не делиться ни с кем, да, но профессиональные кураторы, мы в этих чатах, да, мы позволяем расставить правильные акценты. То есть он, например, начал, там, наладились вопросы ЖКТ,
он не замечает, там кожа подтянулась, не замечает, перестал храпеть, не услышал, да, там похудел, не увидел. А мы профессионалы, мы вот эти моменты все фиксируем, в том числе и требуем от человека, прям требуем, кстати, от него сделать фотографию. Конечно, он не понимает, что будет фото до и после, и это пополнит наш альбом результатов. И тем самым, смотрите, то есть правильно описаны результаты, правильно расставленные акценты как раз помогают нам сформировать альбом результатов. Альбом результатов, кстати, может быть, вот у меня, например, в трех видах. Первый — это распечатанный альбом по старинке, потому что я все равно с людьми общаюсь офлайн и показываю до и после. Вот, то есть можно полистать и показать. Второй, более такой, как бы современный, да, это папка в телефоне. Прям так и называется. Результаты Coral Club. Там буквально 10-20 фотографий. Какие, сейчас расскажу. И третий — это можно чат, канал создать себе, для себя же, например, в WhatsApp, Viber, где вы там, соцсети у вас есть, да? Вот. И эти результаты должны быть очень клевые. Конечно, мне повезло. Я в компании давно, у меня много результатов. Мои трое детей дали много результатов. И мои личные результаты, моей семьи. Но новички скажут, где же нам взять? Да, по соцсетям посмотрели. Но у меня сегодня есть для вас подарок. Я вас познакомлю с 5 живыми результатами. Давайте поаплодируем и выйдут сюда люди, которые нам расскажут, что с ними произошло. Девчонки, выходите, выходите, даже уже выбегайте. Подборные аплодисменты. Вот. Мы сейчас постараемся коротко вас очаровать. Итак, поехали. Здравствуйте, Ольга Алешаускина. Я предприниматель из Новосибирска, мне 40 лет. Вы знаете, так получилось, что 2 года назад моя жизненная батарейка полностью разрядилась, просто в моменте. Я стала обращаться к врачам, плюс я начала набирать вес, стремительно набирать вес за 2 года, 10 килограмм плюсом. Врачи разводили руками, говорили, ну вы в общем-то еще как бы, ну отрезать пока нечего, поэтому приходите позже. Я стала сдавать анализы. По анализам там все было очень плохо. До границ нужных даже минимальных не дотягивала, где-то там зашкаливала. И я поняла, что полагаться на врачей я не могу. Я решила искать другие альтернативные решения. И тут судьба мне послала встречу с коралловым клубом. Я познакомилась с концепцией здоровья и начала сразу честно, добросовестно ей следовать. Первые 90 дней, даже у меня через 10 дней уже появились первые результаты. Прошли головные боли, которые мучили меня постоянно. У меня наладился сон отличный. У меня перестали болеть колени. Исчезла скованность по утрам в суставах и вообще во всем теле. Вот. Я начала потихоньку летать. Потом у меня прибавилось энергии. У меня появилась творческая энергия, неизвестно откуда. Вернулись мечты и желания, потому что в последнее время я уже перестала чего-то хотеть. Вот. В первые 90 дней программы 90 я потеряла первые 5 килограмм, скинула лишнего веса. И до конца года, продолжая следовать концепции здоровья, я скинула оставшиеся 10. Я благодарю Бога каждый день за встречу с коралловым клубом. Спасибо, друзья! Добрый день, я Юлия Арсеньевна из Самары, мне 51 год. Больше 20 лет я работаю педагогом. Всю жизнь я мечтала похудеть, начиная с 18 лет. И в прошлом году я взяла ответственность на себя и самостоятельно похудела за 10 месяцев на 23 килограмма. Я купила себе в марте чудесную весеннюю шапку и решила отправить маме фотографию. И когда я увидела эту фотографию, я испытала настоящий шок, потому что шапку я уже не видела. Я видела свое поплывшее лицо, отеки и поняла, что выглядеть я стала еще. Сейчас я здесь акцент сделаю. Юля похудела до компании. Сама я сказала самостоятельно. Поэтому да. Все и повисло. Да, самостоятельно похудела. И когда я себя увидела на этой фотографии, я начала искать тоже
пути выхода из этой ситуации, чтобы обрести не только стройность, но и красоту, и молодость. И вот эта чудесная девушка встретилась на моем пути. Она рассказала мне концепцию здоровья. На следующий день я начала пить коралловую воду, и через 10 дней я зашла на программу детокс. Каково же было мое удивление, когда буквально через 15 дней детокса я начала получать комплименты от своих коллег, от родителей и детей. Я стала намного энергичнее, я купила абонемент в фитнес, я наконец-то встала на каблуки. Я стала проводить много активностей со своими детьми, с учениками. Глядя на меня, мой пессимист муж тоже сейчас на детоксе, чтобы соответствовать такой красавке, как я. Спасибо за работу. Добрый день. Меня зовут Алимбекова Замира, мне 52 года. Ну, всегда помню себя очень полной и такой, знаете, неуклюжей. И со временем я просто набрала достаточно большой вес, и, знаете, мне приходилось все время его прятать и покупать одежду такую бесформенную, ну, как мешок. Мне не нравились мои складки, и к телу, конечно же, было не очень такое любительское. Не любила я себя, честно говоря, такую. И у меня был очень хороший пример, это моя сестра Щукина Венера, да, был серебряный мастер, которая, видя мои проблемы, помогла мне их решить. Она мне показала путь восстановления и сохранения здоровья. Она мне рассказала концепцию здоровья и показала программу 90 дней. Вы знаете, я не стала сопротивляться, я пошла по этой программе, и на первой программе гидратации у меня было минус 4 килограмма. Вы знаете, мое счастье, на самом деле, да, спасибо за аплодисменты, потому что, когда я посмотрела на свои вещи, и они начали просто у меня прекрасно передвигаться по моему телу, и на следующей программе детокс и коловада было минус еще 7 килограмм. И я благодарна компании, когда она запустила марафон, и вы знаете, вот на этой фотографии у меня уже было 76 килограмм. И мне не нравился мой вес. Вот. Благодаря марафону за 3 месяца 60 килограмм, это то, что вы видите на фотографии. Да, вы знаете, когда ушел живот и появилось очень много энергии, я стала одевать купальник, мне хотелось одевать очень красивые, как девочки, платья. Вот. И я благодарна за эту систему, благодарна марафону. И вы знаете, я сегодня с радостью, с удовольствием получаю комплименты, потому что люди видели меня такую, а сегодня видят вот такую вот. Спасибо всем, спасибо компании. Добрый день, Светлана Тарабрина, город Жуковский, Подмосковье. Я выросла во врачебной семье. И, в общем-то, все те проблемы с детства, которые у меня были, они лишались, естественно, с помощью медикаментов. На самом деле, со временем мне это стало несколько беспокоить, потому что проблемы не решались, проблемы усугублялись, накапливались, а с возрастом начали появляться новые. И, в общем-то, это состояние меня настолько пугало, потому что я взрослый человек, я понимала, что дальше будет только хуже. И в результате, в общем, мне грозила инвалидность. А в таком состоянии нельзя было нормально, спокойно, когда нет энергии, когда нет радости, вообще даже желания жить, то ни работа, ни отдых, ни в радость. Да, я познакомилась с компанией «Коралловый клуб» 14 лет назад и сразу приняла для себя концепцию. Все эти 14 лет я иду строго по концепции, я научилась пить воду. Детокс-программа у меня на постоянной основе. Я иду всеми вот этими пэками, о которых мы говорили, последовательно. И в результате у меня вернулась энергия, у меня появилось желание жить. Вот на первой фотографии это мне немного больше 40 лет, где-то 43, отмечаем Новый год. А на второй фотографии это 3 дня назад. Вот. Сейчас моему паспорту 63,5 года. Мой биологический возраст отстает лет на 15, чему я очень рада, получаю комплименты. И хочу жить долго, счастливо и в активном долголетии, среди свой возраст. Всем здравствуйте. Саглара Колова, город Бродицы. Мы с супругом очень долго хотели второго малыша. Мы думали о нем, мечтали, грезили, проходили всевозможные обследования, лечения, но нас это не приводило, все эти лечения не приводили к результату. У меня уже опускались руки, у мужа тоже, у меня начиналась депрессия.
В общем, я очень много плакала, не понимала, в чем дело, и это длилось почти 9 лет. Я была в отчаянии. И тут я познакомилась с компанией. Специалисты кораллового клуба подсказали, что надо идти по концепции здоровья, наладить гидратацию, почистить организм, напитать его витаминами. И все это мы закрепляли здоровым, активным образом жизни. И представьте себе, буквально через полгода такого образа жизни я забеременела. Моему счастью не было предела. И сейчас, на данный момент, нашему второму здоровому малышу уже год с лишним. И я уверена, что многие задачи по здоровью можно решить с помощью алгоритма пошаговых действий с продуктами кораллового клуба. И мне очень нравится такой образ жизни, такой стиль жизни. Я всем вам желаю такого стиля жизни. Всем здоровья и добра. Спасибо, девчонки, спасибо, что поделились результатами. Мы бурными аплодисментами провожаем наших гостей. Вы знаете, увлекитесь вот этим вот процессом, формированием вашего самого клевого альбома результатов. Там должно быть немного, 10-20 фотографий. И когда вы встречаете какой-то еще более клевый результат, такой видимый, вы убираете какую-то там тусклую фотографию и добавляете такую вот яркую. У меня есть, я просто свой альбом результатов не могу вам весь показать, но есть одна фотография с моего наставника. Все вы ее знаете, Наташа Пандурина, передаем тебе привет, она сейчас смотрит сторис. Вот. И на этой фотографии разница 7 лет и минус 17 килограмм. И когда эта фотография разлетелась по соцсетям, по альбомам результатов, сразу выросли у всех товарообороты. То есть, когда человек видит фотографию из вашего альбома результатов, он должен просто вот такие эмоции, он должен вылупать глаза, он должен говорить: давайте, хочу быстро, в марафоны, не только один, всю семью, сейчас всех приведем. И таким образом мы будем расти, будут расти наши люди. И я вам желаю, чтобы вот после сегодняшнего события, помимо вот этих результатов, вы еще себе собирали, и раз рос наш с вами товарооборот, и росли наши квалификации. Спасибо вам за то, что были так доброжелательны.